Не те сказали. Нет, я увидел случайно. Мне уже, наверное, 15 минут не ждали. Я ему уже написал, говорю, ребят, хуя, мы же с Улгвардом сегодня таем. А я что думал, мы сегодня с армянами, ну ладно. Давай. Ну ничего, тоже хорошо. Без разницы, кого выиграть. И выносится мяч из штрафной. Димари. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Заебись сначала. Ладно, ребят, да. За этими рывками следим внимательно. За фланговыми, блядь. Очень оно, блядь. Так мяч чуть было. Да там Стас нарушил, не ты. Блядь, Гаритас, как всегда, взял гроссмейстерскую паузу. Эх, умеет чувак играть. А вот нет, это фейерплей был. Да ладно, блядь. Ну а чё ж он так криво тут ударил? Ну, блядь. Да может, он не умеет бить. Похоже. Ну, а чё... Не, ну может фейерплей, не знаю, спрошу у них потом. Бля, тут мне интересно, почему у моего вратаря до игры были волосы, а тихо, сейчас тихо, нет. Тихо, 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 тихо. Так тебе не ответит, Лёх. РП или нет? Ответит. Мимо бьёт. Мимо. Да, скажи. Похож был на ФРП. Обычно выше пробивает. Торн. Вот и я о чём. Торн. Давай. Блин. Вроде в угол надо. А там пятерка. Чё-то чудо какое-то. Он пришёл убить вратаря. Бля, Виталь, не бегай вперед. Даже если тянет, старайся отвязаться. Ну, вот это... Здесь очень дальний. Опасна эта хуйня. Передать. По флангу сильно. В угол улетит самый. Пошли, пошли туда. Стас, ближе. Это может быть опасно. Блин, зачем? И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Разгадали замысел соперника, они блядь, и завладели мячом. Ваня. О, Ванин так и не научился паса. Все выносит. 4 года в защите играет. И выносит. Димари. Отлично сыграно, надо решать. Есть шанс выйти вперед. Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Чё-то как мешок упал такой вправо, блядь. Там он, блядь, как лысым стал уже сразу, хуй поймешь. Да-да-да, пошёл. Бля. О, это штрафной, блядь. Это может быть опасный штрафной. Бодрого пинка тебе ответ. Да, еще бы секунду и финалист. Да, чуть-чуть. Предложение есть вот на стенку. Блядь, прямо встань. Ёбни в вратарском. Тихо все. Встать на стенку и пасса. Судья двигает стенку на указанное расстояние, пока что без карты. Давайте вот так сейчас сделаем, блядь. Виталь, пас мне сейчас отдаешь, сейчас скажу куда. Справа кто-нибудь, да? Давай, пас. Месяц сбегает. А вот это может быть опасно. Бля. Твою мать. Пять защитников. А так хотелось пробить, блядь. Видит игрок. Ой, здорово. Пас, пас, блядь. Хорош. Ладно, забили, забили. Он, конечно, пойдет на пользу этой встречи. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый. С горем пополам. Нормально, нормально. Нападающий подкараулил этот отскок, сориентировался, а вот голкипер в этом эпизоде сыграл неудачно. Да, я бы тут отметил нападающего, который все очень здорово рассчитал. Но вратарю, наверное, можно только посочувствовать. Шкртел. И пас обратно. Скучновато. Тут может что-то получиться.
Отличный отбор, но кому достанется мяч? Вроде на ход кинула, что-то как-то в ноги залетело. Шкртел. Защитник надежен, разрядил обстановку. Привет, понадежнее. Дал возможность передохнуть своей команде. Блин, второй мячик. Ну. С игроками сразу, с игроками. Защитника закрою, Олег. Один-один в центре, Стас с ним. Защитника. Посмотрим за этой атакой. В этой атаке мы уже ничего интересного не увидим. Мяч ушел за пределы поля. Ну, ты выдвинулся. За спину. Шкртел. Коль, ну во фланге. Пас назад, да не можно, что же, иногда и так приходится играть. Хорош, побежали. Из этой атаки может получиться что-то моя стоящее. Моя херня сделала. Шкртел. Месси. Есть вариант развития атаки. Страховать, страховать, блядь, про фланговика. Будут бросать мяч футболисты из-за боковой. Передать. Наверное, дальний, да? По флангу побежал, да. Блядь, на всю, ну ты чё? Ну послушайте, надо больше тренироваться, так водить мяч в игру нельзя. Паша, на всю просто выжимаю его туда и всё, ты же дальний брал. Блядь, назад, 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 назад. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Находит эта передача. Бить надо! Ой, и сравнивать счет! Блядь. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно такие играть, показывает арбитр. Нужны. С ним. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Альвес да Сильва. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Спасает он. Отличный удар. Поздно отдал, надо было раньше. Блять. И все, надо забыть это. Здесь со мной нужно было сыграть, Петь. Ну да, можно было, но чутка бы раньше отдал буквально пункты. Там был. Да, нам. Задержал, согласен. Аут. Передать. Че, проскипали? Не знаю, я не скип. Откройся, Шаду, откройся во фланг. Во фланг, в бровку. Альвес да Сильва. Это может быть опасная атака. Подача. Чей мяч будет? Хороший вынос мяча из штрафной. Ди Мария. Был фол. Чё? А вот будет ли предупреждение? Может. Сейчас увидим. Снесли там. Вышли. Быстрее, 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 быстрее. За игроками встаем. 13-13. За игроками встаем. Раньше времени не бежать. За игроками. Идет. Перебор. Мяч покинул пределы поля. По флангу сильно. Сместились его фланг. Это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Ну, кто так играет? Запускай. Пас, это. Надо решать. Забивать нужно. Хорош. И еще один гол они забивают. Хорош. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Хорош. Да, оборону у Гвартас. Рвется, пиздец, как с газетами. Флангами. Ну и чего стоим? Просто флангер. Защитники решили отдать просто своего вратаря на съедение соперника. Ну здесь нельзя все-таки не отметить высокое индивидуальное мастерство нападающего.
Это может быть опасно. Видаль. Твою мать. С ним. Можно бить. Блядь, ну как? Ну не понимаю, блядь, ну. Как говорится, сообразили на троих в этой игровой комбинации. Ну и все лавры, конечно, достаются забившему голову. Я хуй знает. Ребят, что расслабляемся-то? Ни, блядь, ЛЦЗ нету на месте, блядь. Ни ЛЦЗ, блядь, не пошел, блядь, вовремя. Закончил. Вратарь, ближний угол. Большой привет. А навесы тоже запас считаются, да? Я просто выношу навесом. У меня после 17 фифы привычка, блядь, потому что там, когда ударом выносишь, он хуйню всякую творит. И мы снова на стадионе Хоторнс. Давайте еще раз посмотрим, как был забит этот гол. Пробуй за спиной на ход. Шама. Сабалета. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? О, прекрасный. Бежать, я с тобой. И все еще опасно. Бля, я перетянул. Мяч ушел на угловой. Раньше надо было. Ясен хуй, что будут адресаты. Мама. Так, кто там у нас слева-то, блядь? Мы слышим свист трибун, это болельщики хозяев недовольны затяжкой времени. Гости выигрывают, торопиться им некуда. Если не, так не, дальше так пойдет, то судья щедро добавит... Я между ними могу сбежать. Пас. Да, на дальнюю. Интересно, что они задумали. Быстро разыгран угловой. Защита первая на мяче, вынос. Хорошо. Неплохой. Назад. Но вратарь на месте. Может получиться интересная атака. Хорошо увидел партнера впереди. С правой рукой. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Он очень высоко стал. Ну подожди, говори, блять. Неисправимо. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Фланг. Можно было получше мячом распорядиться. Ты форвард, уходи во фланг. А вот если бы этот пас прошел, на вот эти дальние. Угу. Потому что я не выиграл. По-моему, гибое дело. Все верно. Хотел сделать футболист рывок, но поторопился. Офсайд. Я убежал. Отрабатывай, отрабатывай. Блестяще он сыграл. Теперь на... И как пробил. Хорош. Видаль. Месси. Альвес да Сильва. Тут может быть опасно. Видаль. Блять. Хорош. Блять, я уже не знал, куда мне деваться, то, сука. Я в шоке просто. Ну красиво, блядь, ты разбираешь.
Там опять молодец все сделал, блядь. Еще и забился. Ах, приятно бывшей команде за. Особенно той, где ты капитаном, блядь. Не знаю, я бы не праздновал, блядь. Бодрит. Ну так, ребята меня сами выгнали. Когда команда выгоняет капитана из клуба, как ты думаешь, ты бы праздновал, нет? Да, Петя, блядь. Жесткая. Выгнали капитана. По игрочкам. Решили отменять. Бля, почему на сзади-то нет никого? Право, Лёх. Ой, лево. Можно провести контратаку. Давай. С тобой, если что, сзади. Блядь, зачем? Да-да-да, надо было остановиться. Сори. Пиздец, протупил. Ну, думал, оторву. Такие за... передачи растягивают, ну, блядь, разрывают оборону соперника. Думать надо меньше, а соображать. Попытка обострить игру. Месси. Ну, лишний. Ребят, ну обыгрывайтесь. Ну, зачем, блядь? Ну, есть, блядь, обыграться в центр с кем? Молчит, можно продолжать игру. Ну, игра, вводи там впереди, Олег, ну, блин. Ну, нормальная ситуация, правильно отработал арбитр. Отдал, открылся во фланг. Чё проще-то может быть, блядь? Да, и это... Дай. Грамотно разобрался в этом эпизоде. Судья, он не стал свистеть в момент фола, а дал передать эпизод, и лишь потом показал карточку. Я заспал, скажу. Это может быть опасно. Ух ты. Шкртел. Торвас. Димари. Передо мной идет ни туда, ни сюда. Блять. Ебаный в рот, блять. Ну, второй пенали, блять. Кстати, все по делу, нечего спорить. Так в обороне играть нельзя. Так он, сука, на замахе, что ли, убрал? Очень странное решение арбитра, он показывает на один... Да. С этим игроком, с этим игроком надо поаккуратнее, он любит... Да отбор не надо, там жамкать просто. Да, 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 с Гаритосом надо поаккуратнее, он... Блять, мастер, кентов. Особенно в штрафной. А, сейчас еще раз мимо ебанет. Не, уже другого подставили, уже Напа. Вообще пробить пенальти и забить разные вещи, но сейчас они совпали. Футболист сделал то, что от него требовалось. Забил. Вот так был реализован пенальти. 5 голов уже забито в этом матче. Зато, зато дриблим, блядь, снутри поля, нахуй. Шкртел. До конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Сколько уже таких выносов он сделал? Кто-нибудь считает? Ой, хорош! У них вратарь вылетел. Бля, да. Это жопа. Игра остановлена, будет в главу. Кстати, ворочек-то из Империи выйдет. В пятерку у них стоит. Блядь. Нифига не пойму. А, Петя там. Ой. Ладно, буду подавать. Чуть дальше этого негр. И в центр штрафной мяч летит от углового. Хорошо летел. Выбивал! Правильно! Так, на полукруг, на полукруг. Не-не, пускай здесь стоит ФД, да. Кидай. Либо на красного, либо. Хорошо. Детская ошибка, просто подарил он мяч сопернику. Бля. Сбрасывает мяч. Какое потрясающее спасение. Ну, почему нету, блядь, того, кто удар может с близкого быть? Расстояния и вопрос еще, еще, еще. Для этого матча еще. Отличный удар. Ой, хорош. Блядь, я не угадал, добивай. Назад бежимся. Через дом. Хорош. Перехват мяча, и можно начинать. Да ёпта, у нас. Один из последних свистков в матче. О. Петь. Нет, не дошел этот пас до адреса. Передать. Кипы. И все про. Поближе кто-нибудь ко мне подбегит, что ли? Не скипайте, блядь, передачу. А, все есть.
Давай. 5 центр. Шаду по флангу. Кидай, на всю выжимай по флангу. Вот это вот мяча из аута. Сразу же соперник. Пока неплохо. Твою мать. Подает на ближнюю. Ну что, они уже толпой в атаку. Без труда он крайне его забирает. Защиты ломит. Право. Добавил судья к основному времени матча. И пробил. Хорош. Великолепно. И как пробил. Спокойно, спокойно. И можно отдышаться. Да, предыдущий сейв был просто сумасшедший. Ух ты. Ух ты. Охуенно. Ты как ты так сделал? Это может второй быть темп. Опасно. Навес. И как опасно пробил. Не точно. Не туда. Свисток судьи возвещает о завершении матча. Ты знаешь, как Леш так выносить? Эта победа позволяет... Это, короче, на эту... Сейчас скажу. Да, и теперь станет чуть-чуть полегче дышать. На ЛБ, короче, зажимаешь, просто он по фланг выносит так, с ноги. Так, я уже... Я уже на ФРВ, Лех, хотел. Это, я пассач. Тут ты крикнул второй темп, я... Yes. Куда ты туда кинул? Сейчас второй матч с ними опять, да? Да вот это я не понимаю просто. Как вот можно, блин, все настройки слетели. Прическа, все. Это, конечно, важно. Это может быть опасно. Видит игрока. Тут может быть опасно. Есть первый гол в этой игре. Отлично сыграно. Надо решать. Забивать нужно. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Можно бить. И это гол! Тут может быть опасно. Видаль. Гол забивает еще один мяч. Офигеть, кажется, в этом... В третьем голе там, блин, Максу, Макс обратно. Или кто там был, я даже не понял. Леонопка там. Стас обратно тебе. Пипец. Я не знаю, как ко мне мяч попал. Я давал мяч. Да? Вот. Там каким чудом появился, вырос Стас. То ли отскочил от меня мяч, то ли мне на ноги. Я тут же клацнул удар. Просто. Куда полетит, туда полетит. Знаешь, так ебись. Лишь бы сам ударить. Ну и попал. Дело было где-то